Hugo Boss готовится к более массовому захвату китайского рынка. В Пекине знаменитый немецкий бренд показал свою осенне-зимнюю коллекцию 2012 года. Вдоль подиума местные знаменитости, бизнес-элита, редакторы модных журналов и другие потенциальные ценители. За 30 минут шоу китайская публика смогла увидеть более 50 комплектов женской и мужской одежды. У нас есть сильные традиции делать роскошь доступной, но мы также выпускаем и абсолютную роскошь. К примеру, Boss Selection – бренд, который мы показываем сегодня вечером. Это чистейшая роскошь, эксклюзивные мужские костюмы и спортивная одежда. Таким образом, мы представляем оба варианта, и это поможет нам завоевать рынок в этой стране. Сейчас в Китае уже 86 бутиков Hugo Boss. В ближайшие 3 года компания планирует открыть еще 60. Планы немецкого бренда по более широкому выходу на китайский рынок – это часть еще более амбициозного проекта – увеличить годовой доход по Азии с 15 до 20% от всемирного объема продаж продукции Hugo. К 2015 году Hugo Boss намеревается достичь продаж в 3 миллиарда евро. В конце показа в Пекине в темно-красном костюме от Hugo на подиум вышел гонконгский актер Шоу Юньфат. Он стал азиатским лицом бренда.